Я председатель садоводства. 27 марта стали обстреливать наше садоводство. А так как я председатель, мне позвонили ребята и говорят, надо прийти посмотреть, что тут как бы это. Я говорю, хорошо, я сейчас прибегу, посмотрю. Ну, естественно, побежала. Вот, посмотрела разрушения, там крыши пробиты, сторожка у меня пробита была. Вот, сказала, никакие колокольчики, ничего не поднимать. Все взрослые люди, всем за 50. Нет. Понабирали эти колокольчики. Пока я бегала, они тут стали в кружке у меня, и все стоят с этими колокольчиками. У нас было 7 человек. У одного падает колокольчик и взрывается. И мы все 7 человек лежим. И у всех разная степень тяжести. У кого-то ногу оторвало. У кого-то, ну, у меня получается 16 швов, 16 ранений на ногах. Вот. У кого-то кости переломаны, но у меня хоть кости не переломаны, но у меня нет одной икры. Я помню еще один взрыв, потому что я перекатилась по дороге, я понимала, ну я вообще с техническим образованием, я понимала, что мне надо под какое-то укрытие лечь, хотя я уже не понимала, буду ли я жива. И потом помню только еще одно, что мне было очень холодно, и кто-то как-то перевязывал мне ногу, потому что я очень много потеряла крови. Сюда уже привезли, у меня давление уже было 40/20. Помню, как сын мне еще тут меня на каталке везли, он мне говорит, потерпи, пожалуйста, ты же Машу хотела, мы тебе обещаем, что будет у тебя внучка Маша, ты же Машу хотела, ты только живи. Все сделано, пересадка кожи мне сделана. Сейчас немножко уже поправляемся. Единственное, что не могу вставать. Я пытаюсь с ходулями ходить, конечно, но очень сильно ноги болят. Я не чувствую подошву. После всего пережитого это спокойствие еще как бы еще оно даст на здоровье однозначно. Вот, потому что все сейчас живем в стрессе, в таком, в эмоциональном, и все. И каждый раз прислушаться, а упала, сразу детям звоню, сразу это. Ну, хочется верить только в мир. Они виноваты, им, конечно, нет. Это я не знаю. На 100 лет, на 1000 лет будут платить эти они репарации. Я не знаю. Но они виноваты абсолютно все. Абсолютно все. Каждый до единого.